всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ребята, мы достигли этой точки, и сегодня у нас 100-й выпуск. Да, до 100-го выпуска мы повидали множество миров, мы прошли долгий, интересный, необычный путь. Мы путешествовали по краю вселенной, путешествовали на различных галактиках, находили жизнь, исследовали, изучали астероиды, кометы, делали множество экспериментов, рассматривали моды от наших подписчиков, а также моды из мастерской Steam. Господи, мы прошли этот барьер, и сегодня у нас 100-й выпуск. Надеюсь, он вам также понравится, как и все предыдущие выпуски, которые есть у нас на канале. Скажу всем, ребята, вам огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше спонсорство, за вашу подписку, лайки, каждый комментарий. Ребята, я ценю каждого из вас. Ну, а сегодняшняя серия у нас будет называться «Как выглядят восходы и закаты на других планетах Вселенной». Да, мы привыкли на нашем голубом шарике видеть ночное небо, множество звезд, ну, в принципе, как бы ничего особо интересного, да, но представьте, если бы планета с жизнью находилась в какой-нибудь туманности, либо в другой галактике, там, не знаю, рядом с черной дырой и всем прочим. Представляете, насколько это было бы невероятно, да. В общем, сегодня мы с вами рассмотрим закаты на других планетах Вселенной. Мы побываем на известных планетах и просто на рандомных, так сказать. В общем, всем огромное спасибо еще раз за поддержку. Всем приятного просмотра. И помните, что Вселенная и космос бесконечны. И наше путешествие только начинается. Приятного просмотра. Thank you.
Thank you.